Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет, дорогие друзья! И наконец-то китайцы выпустили Xiaomi Mi 5S и Mi 5S Plus. Рынок мобильных технологий пополнился мощными смартфонами китайской компании Xiaomi. Xiaomi Mi 5S и Mi 5S Plus обе модели работают на основе процессора Snapdragon 821, который позиционируется Qualcomm как самый быстрый из Snapdragon'ов. Также они получили ультразвуковой сканер отпечатка пальцев Qualcomm Sense ID, распознающий отпечатки быстрее и точнее, в том числе если пальцы мокрые или грязные. Оба смартфона производятся в металлических корпусах и используют порт USB Type-C. Xiaomi Mi 5S обладает 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей, 12-мегапиксельной камерой с фазовым автофокусом, 4-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 3200 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Q-Charge 3.0. Смартфон предлагается в двух версиях с 3 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной флеш-памяти, а также до 4 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной флеш-памяти. Xiaomi Mi 5 Plus отличается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD на 1920 и 1080 пикселей, двойной 13-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором на 3800 мАч. Он предлагается в версиях с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной флеш-памяти, а также с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной флеш-памяти. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. Смартфон Xiaomi Mi 5S поступит в продажу в Китае 29 сентября по цене $299 и $344 за старшую модификацию. Продажа Xiaomi Mi 5 Plus тоже стартует 29 сентября. Цена будет составлять $344 за младшую модель и $389 за старшую модель. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.